Значит, речь идет о том, насколько теория эволюции является научной. Значит, почему она является научной, как такая получилась? Или это просто некий идеологический фантом, типа христианской и всевозможной истории, связанной со святостью причастия? Значит, первый принцип, можно ли его экспериментально проверить, и можно ли вообще, это называется, ее верифицировать. И мне кажется, что совершенно точно ее нельзя фальсифицировать в смысле Поппера. То есть невозможно в рамках собственной теории эволюции предложить такой эксперимент, который ее опровергал. Но как это можно сделать? Это, наверное, нельзя сделать никак. Можно предположить, что есть промежуточное звено, оно будет выглядеть так же, а потом его найти. Чего? Ну, это ничего не доказывает, ничего не проверяет. Не, а нужно фальсифицировать. А это же это предсказание, да? Верификация. Значит, как ни странно, на сегодняшний день удалось сделать достаточно много экспериментов по верификации эволюционной теории. И все они имеют противоречивые результаты, о них я скажу немножко позже. А сейчас мы поговорим именно об эволюционной теории как таковой. Вообще говоря, как ни странно, эволюционная теория вплотную наследует схоластики. Почему? Потому что в основе эволюционной теории есть концепция существования вида. Что такое вид? Ну, когда говорят, что какое-то животное принадлежит к такому-то виду, а не к другому. Это означает, что есть некий набор особей, которые могут между собой скрещиваться, и их дальнейшее потомство будет тоже плодовито, то есть оно тоже будет иметь возможность распространяться. Скажем, что это все наследует Аристотелю, что уж тогда. Да, схоластики, да. Вот, значит, такова она, значит, ситуация. Оказалось, ну, например, ясно, что тигр и лев принадлежат к разным видам, потому что тигр, хотя и легко получается, один из самых больших кошек, 450 килограмм весит, но, тем не менее, здорового потомства давать не может. Но, с другой стороны, вдруг внезапно выяснилось, что мы, вообще говоря, можем практически размножать кого угодно и когда угодно. Ну, например, оказалось, например, что белый и бурый медведь, с этой точки зрения, принадлежат к одному и тому же виду. Они очень отличаются между собой. У одного большая голова, другого маленького. У них по-разному устроена шерсть. Один впадает в спячку, другой не впадает. У одного зубы и все существование заточено на потребление исключительно мясной пищи. У второго, очевидно, он всеяден. Но, тем не менее, они преспокойно в зоопарке между собой скрещиваются и дают абсолютно плодовитое потомство. Какого цвета? А? Светленького блондинчики получается. Получаются блондинчики такие? Вот, блондинчики, немножко от белого медведя. Точно так же волк и с шакалом, то есть койотом, великолепно скрещиваются, дают плодовитое потомство. Ну, как и собака. И так далее, и так далее. Наиболее из интересных случаев, которых можно здесь описать, когда удается запросто скрестить представителей различных родов. Ну, например, есть такие кошки, которых называют бенгалами, порода кошек. В чем здесь состоит? Что они от бенгальской кошки немножко произошли. Ну, знаете, вот у Ильи Варламова есть кошка Марта. Вот она из этой же породы. Но там состоит дело в том, что современная наука относит два этих рода, двух этих кошек, бенгалов и домашнюю кошку, к противоположным родам. То есть они очень далеко эволюционной точки зрения отстоят друг от друга. Вот таков, значит, это некое недоумение, связанное с тем, что понятие эволюции, об образовании нового вида, о котором мы говорим, мы можем рассуждать, но мы не знаем, что такое вид. Мы видим, что, оказалось, животные, принадлежащие даже к разным родам, могут давать спокойно плодовитое потомство. Хотя у мальчиков там, в первом поколении их 70-80%, например, бесплодны. Но, тем не менее, остальные 20% вполне состоятельны. И дальше вот, у них такой проблемы уже нет. Ну, уже с третьего где-то с поколения, да. Уже нету проблемы. Все время с кошками вяжут, но они, вот эти свойства бенгалов, они отчасти теряют. Это вот забавное, это обстоятельство, но оно вот такое. Как можно объяснить, что просто был единый потомок? Потомок, предок. И поэтому от этого единого потока предок. И поэтому как бы то, что сохранилось, как бы вот некая возможность скрещивания, это просто вот объясняется этим. Можно уточнение. Изначально я прослушал его. Речь идет об эволюции, эволюционной теории Дарвина или о какой-то другой теории, или вообще о феномене эволюции.
Ну, речь идет о современной теории эволюции, которая является неким обобщением эволюционной теории Дарвина. О синтетической теории эволюции. Потому что это очень типичное такое, когда начинают говорить о теории эволюции, не уточняют о чем. О синтетической теории эволюции. Несколько, и обычно критикуют теорию эволюции, подразумевая дарвиновское современное развитие синтетической теории эволюции, но это не уточняют и валят все на эволюцию как вообще. Понятно. Значит, как ни странно, у нас в конце 50-х-60-х годов были поставлены некоторые удивительные эксперименты по прямой проверке теории эволюции. Значит, выполнил Георгий Кристофорович Шапошников, работал он с дизофисом, то есть он работал с клей, с обычной, и работал, большая часть работ выполнена здесь, вот в Ленинграде, на тот момент. Это вот такая вот забавная это была работа. Значит, в чем она состоит? Есть как бы два, как сейчас говорят, подвида. На самом деле два разных вида дизофиса, то есть ли. Значит, это майкопика и черофилина. Вот так. Извините, с латыни сложно произносить. Вот. Значит, речь идет о том, чтобы с ними провести определенного рода манипуляции, проверить, насколько быстро эволюция может происходить вот с этими двумя различными видами тли. Значит, как вообще говоря живет тля? Она использует половое размножение в качестве большой редкости. То есть рождается из яиц, перезамывавших зиму, маленькая тля. Все они девочки, и потом вот эти дизофисы вот этого типа начинают путем живорождения рождать других тлей. Не проходит поколений 40 за лето. Вот таких. Потом они умирают, поколение. Под конец уже. Да, под конец уже, под самый конец рождаются мальчики и с такими специальными полосиками самочки, но они отличаются от предыдущих. Эти самочки после этого рождают уже самок, которые готовы к половому размножению. Они крылаты, и с этими крылатыми самочками крылатые самцы вступают в половую связь, рождаются и появляются яйца, которые они куда-то откладывают, уже не живорождение. А после этого вся популяция зимой, вся популяция тлей, она вымирает. И после этого из этих своеобразных яиц за зиму появляются новые особи, и весь цикл вот этот происходит заново. Я хочу обратить... Яйца не вымирают? Да? Яйца еще не вымирают. Но они более стойкие, они спокойно живут. Такая эстафета. Там да. Глицерина много внутри. Да, они преспокойно выживают. Притом очень важно понимать, что вообще говоря, тля может существовать на достаточно большом количестве растений, но обычно оно для того, чтобы вот эта самая тля, для того, чтобы перезаменовать, вот эти самки и самцы прилетают и откладывают яйца именно на яблони. Просто на яблоне. А наши главные герои это другие. Это бутень двумя видов и купырь. Это их иногда еще называют, иногда может быть у нас морковниками. Вы видели такое, например, высокие зонтичные растения, маленькие белые цветы, как и листья такие широкие, как у моркови. Вот и бутенники купырь обладают вот такими листьями своеобразными. И тля на них определенного рода может жить. Значит, смотрите, вот эти два наших вида тли оказывается, что между собой скрещиваться не могут принципиально. С этой точки зрения они принадлежат различного рода вещам. Да, различного рода видам. Эти, значит, тли, оказывается, живут в основном на яблоне, но у каждого из них есть вторичное растение. Они еще могут жить на вторичном растении. У одного это бутень, а у второго это купырь. Мы, например, не можем на какой-то там бутень вот эту майкопику, то есть взятую из майкопа, да, соответственно, под майкопом ее, мы ее не можем напрямую пересадить. Но мы можем ее посадить, например, на купырь, а почти вся популяция вымерет, останется несколько девчонок всего от одного поколения. Но потом эти несколько девчонок дадут некое поколение, которое мы сможем пересадить на бутень. То есть понимаете логику вот эту странную? Что вот когда мы майкопику можем пытаемся пересадить с одного с этой штуки на одного растения, вот у нас есть яблоня, второе растение, третье растение. Вот так напрямую они все вымирают. Черный возьми. Да, жить они не могут. Могу зеленый. Могу зеленый. Вот так. Вот они. Они сюда не могут пойти. Но их пересаживают вот такими два этапа. Ну это нормально. А в чем? Сейчас, Игорь, я все как бы замечаю, что ты приводишь, я не очень понимаю, как это опровергает Дарвина. Это не опровергает никак Дарвина. Это я а этого еще не сказал еще. Да, это значит, вторая точно так же, вот она берет и пересаживается на первое растение. Теперь смотрите,
У нас взял, появились у нас самцы, вот уже, лето подошло к концу, и здесь появились самцы. Вот там же самые майкопики. Оказывается, что вот эти самцы с этими самками и наоборот, самцы эти, самки эти, скрещиваться не могут. Таким образом, из майкопики мы вывели путем такого пересаживания, что называется, новый вид. Ну, это не факт. Это факт. Почему? Нет, нет, ну, сейчас. По определению, так. Дело в том, что это не вид, я просто сейчас объясню. Там в биологии есть понятие, что, ну вот, может быть, меня Олеся поправит, что кроме генетической вот этой совместимости, там есть метаболизм клеток. И питание, оно сказывается, вот на людях очень хорошо видно, крупные люди сейчас, да, раньше они были 1.50 м, вот для того, чтобы родился крупный представитель, он не родится у женщины 1.50 м, но если она хорошо питалась, ее дочь хорошо питалась, то их внук, это надо прошло, чтобы два поколения изменился метаболизм. Все стрессоры, которые накапливает женщина в период жизни, а это не генетика, но это внутриклеточная цитоплазма. И это потом влияет на плод. То же самое происходит здесь. Питание влияет на плод, приводит... То есть просто вульгаризировать Дарвина не стоит. То есть он совсем не об этом говорил. Это меняет цитоплазму и потом проявляется вот так. Но они от этого не становятся разными видами, даже от того, что они не могут скрещиваться. Ну, в принципе, биология сейчас... Смотрите, ну, здесь есть еще... Подождите, но есть еще продолжение у некоторых. Оказывается, что вот у вас есть другой вид, как бы, вот этой самой клетки, которые просто с первичного растения пересаживаются на второй. И оказывается, вот эти новые майкопики выражены. Они не могут скрещиваться с этими, со старыми майкопиками, но могут давать нормальное потомство и скрещиваться совершенно с другим видом. Вот что здесь является интересным. То, что мы в течение нескольких месяцев получили то, что с классической точки зрения является новым видом. Вот такова вот эта ситуация. Может быть, понятие вид просто надо... Да, там просто очень вульгаризируют вот этого Дарвина, да, типа до уровня чуть ли не того, что человек произошел до обезьян, но это же не так. То есть он более общий принцип. Нет, здесь не про Дарвина, а определение вида биологическое, как возможность скрещивания и не скрещивания. И как бы я так понимаю, что это общепринятое... Нет, просто за несколько поколений, потом все вот это отбор здесь происходил, понимаете, что совершенно не половым образом. То есть все самки здесь распространялись за этот период партогенезом. У нас оказывается, что в течение нескольких месяцев мы вывели некую популяцию особей, которая может скрещиваться, что называется, с другим видом, что странно, но не может скрещиваться со своими предыдущими потомками, которые всего стоят их на 8-9 поколений перед ними, то есть всего на 20-30 дней, по сути. Фактически Игорь критикует вот это понятие вида как возможность скрещиваться. Ну, а там же сейчас, когда больше смотрели, то есть там есть просто активные и неактивные участки ген, и они активизируются от внешней среды. Это на всех видах проявляется, просто здесь это в экстремальном. Да, вот есть такая, да, что у тебя есть как бы ДНК, у тебя выключено, да, выключено вот этот участок, а потом получается, что он выключается. Вот. Такова это значит концепция. Но тем не менее, мы видим, что путем воздействия на среду обитания мы получили некое существо, новый тип майкопика, который не может у нас ни в коем случае скрещиваться с некой первоначальной ситуацией. Именно поэтому Шапошникова в 60-х годах, когда Лысенко с его школой был разгромлен, так сильно гнобили. Потому что считалось, что он льет воду на мельницу неоломархизма. Вот. Этот вот поразительный эксперимент, которому я отсылаю, является единственным. Вот, например, в Подхорватии есть некие стенковые ящерицы, некий набор стенковых ящериц. С этими стенковыми ящерицами происходило следующее. Они жили спокойно там на островах, но на одном острове их не было. Их в 71 году туда завезли. И они там, их провезли 5 пар. Они вытеснили местную популяцию ящериц полностью и там существовали. Уже через 30 лет начали изучать, что с ними произошло. Они изменились всевозможными способами. Самое радикальное появилось, это у них, что у них появился специальный клапан в кишечнике. Клапан в кишечнике, он состоял в том, что он этот кишечник перекрывал. И они стали полностью, были хищниками, стали растительноядными. И здесь у них, вот в этом отделе кишечника, накапливалось, и бактерии позволяли эту жесткую, неудобную пищу переработать. Вот такова странная вещь. С ними появилось много другого. У них изменилось поведение, они перестали быть территориальными животными, потому что зелени везде много. Они перестали быстро бегать и прыгать. Почему? Потому что они не хищники. У них нет никаких либо других вещей. Они стали крупнее, у них стали более мощные челюсти, что это естественно.
Тем не менее, оказалось таким образом, что они развили у себя некоторое приспособление в течение 30 лет, которого не было у их предков. Мы видим, в этом смысле, о нем можно говорить о принципиально другой ситуации, можно говорить о нем в каком-то смысле, как о новом виде. Можно говорить? Ну, я думаю, абсолютно. Очень быстрая мутация. Да, нет, это не мутация. Видообразование. Проблема, что наша эволюционная теория, синтетическая теория эволюции, она говорит, что он, как у нас происходит развитие. Что где-то у нас в геноме накапливается какая-то случайная мутация. Путем дальше отбора они, значит, эти случайные мутации отбираются. Кто-то умирает, кто-то не вымирает. Здесь мы видим, что никакая мутация случайная вот с этим самым отделом, с специальным клапаном в кишечнике, не может быть. Тем более на протяжении всего нескольких поколений. Вот с 30 лет. И сколько их там завезли? 10 штук или что? Да, 10 штук. Сейчас, 5. Я сейчас тебе вот скажу. Сейчас, можно? Да. Там как бы есть, так как я просто сам вот на компьютере это все моделировал, да, эти генетические алгоритмы, и там видно, и тут. Что, собственно, вот эта вот приспосабливаемость, что она из себя представляет? Она представляет себя некий оптимум относительно внешней среды. И вот в той же генетике они пишут о том, что, в принципе, если среда, ну вот как эти два острова там с разным видом питания, в одном виде может быть уже заложено вот это вот разделение, которое активизируется очень быстро, да, вот эти две стабильных точки, которые, допустим, вот смена, а на самом деле вид, вот это, да, вот эта вот часть. Ну, как бы... Просто у предыдущего их предка была отключена вот эта самая штука. Да, они на геноме остаются. Потом они появились, стоит, и она взяла. Да, оно все присутствует. Стоит смениться пищевому рациону, он вот из этого переходит сюда в состояние. Да, вот это общий вид, это его два устойчивых состояния. То есть, поэтому это очень, очень важное замечание. Почему? Потому что оказывается, что мы, наша теория принципиально не фальсифицируема. Потому что как только у нас появился вот такой эффект, будь то с тлей, будь то с этим, значит, с ящерицей, мы тут же бац и придумали для него объяснение. По орбите летает чайник и громко пищит. Да, чайник. Почему его никто не видел? Маленький очень. А почему его никто не слышал? А потому что он, это, воздуха там нет, и не слышно. Вот это пример теории, поэтому это очень важно. То есть, как только какая-то вещь, а таких экспериментов достаточно много, как только мы придумываем, значит, какого-то рода показываем эксперимент, ну, например, у тебя взяли без всякого полового полового размножения, у нас вот произошла такая странная штука с тлями, да? Как только. Нам сразу же начинают рассказывать вот про эти два бугорка или что-либо еще. А сейчас физики, Игорь, не так разве? Ну, физики, нет. Что ж такое? Это же ад-хок гипотеза, да. Да, это не так. Разве ее нельзя проверить? Разве нельзя найти вот этот вот фрагмент ДНК, который включается или отключается? Так вот не нашли. Они, правда, я знаю точно, смотрели митохондриальную ДНК, да, это правильно, это вот и будет отход гипотезы, плохо искали. Ну вот это такова. Мы много чего не знаем о геноме и как происходит подобное вот это. Игорь, я только про это могу сказать, что Дарвина очень вульгаризуют, да, и хотят, или вульгаризируют, как тут правильно, хотят, чтобы это вот было как в физике. Посчитали, да. сейчас посчитали, получили. Он же задал общую концепцию, что есть видовая изменчивость, есть наследование. И есть приспособленность, какой вид больше приспособлен, не самый лучший, да, а который больше приспособлен, тот остается, и процесс этот неизбежен, и он постоянно развивается, и это можно применить не только к Дарвину, и к биологическим видам, к техническим видам, и к культурам точно так же, они внутри изменяются, и к системам образования, они наследуют, и то, что при условии того, что остальные структуры общего континуума точно так же меняются, оказывается более приспособлен, то и остается. Вот Дарвин только об этом говорил, а все остальное это не значит. Начнем с того, что это не теория. Это концепция, да, это мировоззрение. Это даже не концепция даже. То есть точно так же, как есть в физике вариационные исчисления, и мы при помощи вариационного исчисления можем рассчитать из исходных данных количество. Это вид мировоззрения, скорее. Да. И что бы ни получилось в результате эволюционного исчисления, мы скажем, что это есть результат этого просчета. Да? Также и дарвиновская, не теория эволюции, это, скажем так, принцип естественного отбора. Что бы ни получилось в конце, будет оправдано этим естественным отбором и оправдает естественный отбор. Если мы предскажем, что и вот в данных условиях должен получиться особь А с такими-то данными, характеристиками, с такой, с таким-то окраской, и все, но получится Б,
Мы скажем, что окажись мы. Ошиблись мы, потому что в результате естественного отбора получилось... Да. А природа нам показала свое естество. Да, да, да. Так что не фальсифицировали. Естественный отбор — это вообще не теория, не фальсифицировали. Вот. А теперь относительно этого. Да, это интересный опыт. Они еще несколько раз проводились. И они действительно показывают, что синтетическая теория эволюции неверна. И множество других данных, скажем, которые... Даже вот есть у Маркова, я спрашивал. А вот, значит, в некоторых случаях не получается. Да, говорит, ну, наш же есть Александр Марков, да, он редактировал мою книжку, эволюционную часть ее, вот, биологическую. Да, в некоторых случаях подтверждается, а в других, а вот, ну, мы не знаем. Вот, то есть подтверждается там, где подтверждается, где мы сами подтвердили. Вот, и есть эпигенетическая теория эволюции. То есть на основе опытов Шапошникова была создана эпигенетическая теория эволюции, которая вот с вот инклиодами вот этими, с ландшафтом и с переходом при сильном воздействии среды с одного ландшафта на другой, это еще называется эквифинальность антогенеза, ну, что, потенциальная ямка, что как бы мы ни возюкали антогенез, он все равно стремится к некому одному финальному состоянию. Но если очень сильно воздействует, он придет к другому. Вот. И самое, что интересное, что через несколько поколений закрепится. И будет наследоваться новый вот путь, новый антогенез. Вот. И объяснить это синтетической теорией эволюции невозможно. Так очень многие вещи невозможно объяснить синтетической теорией эволюции. Мы скажем, почему у страуса вот здесь вот мозоль? Угу. Почему? Да. То есть как бы должна объяснить синтетическая теория эволюции? Мозоль появилась здесь, потом здесь, потом здесь, потом здесь, и у только у которых вот здесь появилась, произошел положительный отбор. Нет, она появляется там, где появляется. Но и вот если подходить, кстати, с тех же генетических алгоритмов, да, то любая вот мутация, которая не препятствует жизнедеятельности, она может остаться. Остается, да. Да, остается. Она потом может пригодиться. И среда изменится, она пригодится, и тогда людьми она будет объясняться как полезная. Но куча мутаций есть, которые просто держатся, потому что держатся. Скорее всего, здесь сам термин мутация... Ну, да, признаков. Нет, феноменологических. В том-то и дело, что очень сильно педалирует синтетическая теория эволюции на мутациях. Потому что самой мутации ничего получиться не может, по сути. То есть мы должны иметь работоспособный ген, до которого может быть синтезирован белок. Вот. То есть естественно, что есть некие отрезки ДНК, на которых ранее синтезировался белок, но потом не использовался. То есть есть, скажем, медузы, у которых структура полностью повторяет глаз. Глаз, высокоразвитый глаз. То есть, значит, есть где-то какие-то генетические структуры, которые не проявлялись долго, но как-то в форме глаза были, да, но потом они проявились, когда глаз потребовался. Ну, да. Да. То есть это не мутации какие-то, а просто... Нет, но все равно мутации происходят. Мутации происходят. Да, просто не всегда востребованы. Да, но другое дело, что как это происходит. Значит, смотрите, давайте я тогда пойду. Значит, что здесь еще несколько аспектов, которые нам важны. Ну, первым, действительно, если мы для нас лжеученых, что здесь еще очень интересно? Ну, в первую очередь, для нас лжеученых здесь очень интересна высокая скорость. Ну, там, 30 лет, и ящерица имеет новый орган, грубо говоря, отдел в желудке. Тут несколько месяцев, и мы имеем вообще непонятно, что и полового размножения не было. Это позволяет с большим подозрением смотреть на достижения современной палеонтологии. Потому что, скорее всего, она видообразование на сегодняшний день, исходя из генетической теории эволюции, говорят, что новый вид возникает примерно за 3 миллиона лет. Похоже, что гораздо быстрее. Гораздо быстрее. И по всей видимости, на эти все данные, измерения скорости обращения видов и вообще на длительность собственной Земли, надо обратиться к ним как бы более пристально и посмотреть, что там, возможно, там не так. Ну, это... они же радиоуглеродные. А, ну, это к тому, что Боженька за 7 тысяч лет там Землю? Да, вполне возможно, да. Но сегодня уже не 1 апреля. Да, но тем не менее. Хорошо, нет, я не обязательно про это, может быть, больше. Второе обстоятельство, на которое указывает подобного рода вещь. Мы видим, что как бы у нас в геноме, получается, запасены вот таким образом варианты на все случаи жизни. И действительно, мы посмотрим на массу... Не на все, не надо тоже вообще. На все. Похоже, что про на все. Говорили еще. Да, почти на все. Вот. Мы знаем, что, например, в некордовых для самой большой геноме есть, как ни странно,
у червя там какого-то. У холодовых. Чудо. У холодовых кистеперые рыбы. У древней, странной рыбы, которые находят иногда. У них самый сложный, самый хитрый, самый навороченный геном. У огурца, у обычного огурца геном, если мерить килодальтонов, 500 раз примерно больше, чем у человека. А я уж про пшеницу-то вообще молчу, поскольку раз у нее больше, чем у человека. Вот. Мы видим это странно. Тогда оказывается, что вполне возможно, что у нас есть и эволюция двигалась каким-то странным образом. Был вначале некое существо, у которого чего только не было. Ну, чего у него только почему не было одно? Написано? Ну, можно несколько. На Б это? Нет, я имею в виду не одинаковые, разные. Нет, простое какое-нибудь существо. Так а одно существо, вид или разное? Не знаю, я не знаю, может быть их много. Но разных много. Это не важно, но меньше значительно, чем это сейчас. Это я в Прометеусе видел. Да, но значительно меньше, чем сейчас. И вполне возможно, но у него в геноме почему-то было написано очень много про запас, как бы. И потом оттуда появилось большое количество всевозможного рода живых существ. То есть эволюция носила не путь развития, а путь деградации. То есть приспособление одного вещества. Да, Прометеус, это да. Есть образ эволюционного дерева, отлично, когда вот ствол, и из него множество веток вверх ползут. Но если проанализировать действительно эволюцию и учитывать то, что сказал Игорь, то это дерево больше похоже на елку, как рисуют его дети. То есть нечто появляется, а вниз идет адаптационная эволюция, дивергенция. То есть, по сути, большая часть эволюции – это упрощение идет, а не усложнение. То есть ветки дерева направлены вниз. Ну, то есть это, хочешь сказать, все-таки такая тотальная панспермия? Ну, нет, сначала Бог создал человека, существо сложное, а потом оно уже развилось. Да. Вопрос, а потом из человека появилась я. Потом из человека появилась я. Ногти отпали. Не, ты пойми, что как бы тебе говорят, пшеница сложнее человека, огурец сложнее человека. Геном массивный. Это парадокс, что действительно сложность, как бы явная филогенеза, она не зависит от количества генома. Да, не зависит. Но от размера генома. Хорошо, но к числу, но вот я готов согласиться, что слишком быстрый переход от вот ящерички, которая там так вот мутирует за 30 лет, да, до вот такого мощного обобщения. Ты что-то готов еще в подтверждение такой концепции? Нет, это просто пытаюсь сделать вывод. Но точно так же. Есть ощущение по тлям, что есть как бы одна тля, которая просто приспосабливалась к различного рода растениям. Да, это готов, да. И это и есть новый вид, как бы, и всего-то. Ну, в общем-то, есть одна собака, которая у разных хозяев по-разному обрастает. Ну, вот она приспосабливается. Но там собака у разных хозяев по-разному обрастает, но она не теряет способности размножаться с соседней собакой, точно такой же. А здесь теряет. Вот живут они на бутине. Ну, некоторые хозяев теряют вообще-то. Ну, это да. У тебя кошка, например, лишилась, кот лишился возможности размножаться. Ну, вот такой вот хозяин. Ну, зачем такие интимные подробности? Вот, такова, значит, вот эта странная вещь. Но в любом случае мы видим, что синтетическая теория эволюции выглядит как бы так весело, чрезвычайно. То есть она просто слишком большое упрощение. Да, она как-то выглядит очень и очень весело. И по крайней мере, не упрощение, концепция механизмов. Концепция неоламаркизма, которая с этими ящерками вступает в полный рост и с теми же самыми трями, точно так же кажется более существенной. И... Она части только выдерживает. На самом деле, если глобально смотреть, она все-таки будет уступать. Почему? Ну, потому что в частичном... Это вот, кстати, вот как раз вопрос о максимумах. Ну, там же про мозоль устраивается. Она, вот как раз, если говорить о максимумах, то дарвинизм хорошо говорит о глобальных максимумах, а ламаркизм о локальных. Не знаю, кто из них говорит. Но, тем не менее, вот такие вот эксперименты есть, и надо понимать, что синтетическая теория эволюции на сегодняшний момент существует не как научная теория, а как некий идеологический субстант. Исследовательская программа, как Пугер ее называл. Да, изначально. Он хорошо думает. Он о ней хорошо думает. Это уже, по-моему, Локатос. Да, Локатос. Локатос. Нет, Поппер
повторил, наверное, но он не считал теорию эволюции дарвиновской теорией, долго-долго с ней боролся, но в конце жизни все-таки согласился немножко, там где-то на вручении какой-то премии все-таки признал, что это теория. Но это как бы покривил душу. У нас все очень плохо, у нас те ученые в России, которые не соответствовали синтетической теории эволюции, как вы знаете, были обвинены в лысенковщине, и им было практически закрыта возможность заниматься наукой. То есть они были изгнаны из своей специальности. А тут, казалось бы, очень простая вещь. Возьми, живешь в Ленинграде, и дача Майкопе. Эксперимент, грубо говоря, для человека, интересующегося действительно наукой, а не написанием статей, там, ну, для более-менее квалифицированного, на несколько часов раз в неделю. И вот этот эксперимент подведи, и все изучи, и все проверь. Наверняка удастся из других видов тлей получить. А почему вот это не назвать фальсификацией? То есть должно было быть, что виды должны сохраниться, а они не сохранились. Это фальсификация теории? А почему они сохранились? Ну как, видов-то нет? Получается, что было как бы один вид, да? Нет, там... создали два вида, которые не... Значит, классифицировались. Да, там неверная, вульгарная трактовка. Точно так же можно было бы физику, закон сохранения энергии, да? Вдруг из ничего возникает тепло и взрыв, да еще и мощный. Нарушается закон сохранения. В вульгарной трактовке, да, нарушается. В нормальной нет, не нарушается. Потому что просто в первой трактовке не все было учтено. Точно так же и тут. Нет, ну, здесь удивительно не то, что там кто-то перестал с кем-то спать, да. А то, что кто-то начал с кем-то спать, да. То есть, если как бы у нас идет система мутаций, да, которая ведет куда-то в какие-то случайными блужданиями куда-то, да? И мы вдруг имеем два вида, которые сходятся как бы в одну точку такую, ну, в некотором таком пространстве вот этих генотипов, да, которые вдруг как бы были два разных вида, и вдруг под определенными воздействиями они стали одним, в том смысле, что они стали перекрещиваться. Ну, они и были одним, на самом деле. Просто... Но нет, это уже как бы объяснение. Я говорю, почему как бы это плохо согласуется с вот этой... Влад, я могу ответить по поводу фальсификации. Для того, чтобы фальсифицировать, должно быть некоторое предсказание, которое нужно фальсифицировать. Ну как бы, теория ваша... А, теория не предсказывает. Теория... Да, она не предсказывает. Синтетическая теория предсказывает, что не может быть на таких... Она не говорит, что не может. На таких маленьких периодах не может возникнуть два вида. Но она, единственная очень важная, предсказывает вещь, которую на самом деле, и чем она и сильна, она предсказывает, что вот все видовое многообразие, которое мы имеем, это естественный процесс, а не процесс Всевышней воли. Вот о чем она говорит. Да, это единственное распространенное. Что она, это известная конспирологическая теория, да, по поводу того, что теория эволюции Дарвина появилась... В попытках нового доминанта, то есть Британской империи, скинуть доминанта старого, то есть католический мир. Такая есть. Да, Дарвин был масон. Но он был, в первую очередь, англичанином. Кто там не был масоном давно? Англичанином был. Смотрите, а другой вопрос. Сейчас. На божественное творение. Ладно, дайте дальше. Вот главное ее следствие, она отрицает божественное творение. Святость причастия, да. Да, и говорит, что это все естественно. Нет, смотрите, но я вспомнил. Первая позиция ненаучная. Нет, ну смотри, но если... Нет, божественное творение если... никак не отрицает. Это никак. Вопрос... Можно объединить, на самом деле. Вопрос просто сложности предмета. Можно. Если как бы... Если были какие-нибудь суперкомпьютеры, если бы как бы люди посидели подольше, если бы они расклассифицировали всю как бы... всю структуру ДНК, да, все нуклеотиды там посчитали. Mm-hmm. Дальше, если бы они как бы смогли учесть влияние среды и предсказать... вероятность с помощью физики, вероятность таких или других мутаций, да, было бы известно, что под таким-то воздействием, такой-то окружающей среды, вероятность такой-то мутации такая-то, вероятность другой-то другая. А дальше проследили. То есть вот взяли как бы набор этих, там, не знаю, тлей, запустили их в эти условия, предсказали, какие будут мутации, посмотрели, какие выжили. Вот тут можно было бы. Но поскольку это все не считается... Нет, это было бы всего лишь подтверждение того, что у людей очень хорошее знание физики, биологии и химии, они умеют хорошо считать на компьютере, но к Дарвину в данной ситуации нет, не относилось бы вообще никак. Нет, почему? Если как бы мы потому видим... что у него совсем о другом. Нет, если мы видим, как бы, что мутации, если мы предсказываем вероятности мутации, если дальше после этого мы видим, что как бы из этих мутаций... Антон, можно одно уточнение? Да. Вот эта мутация всех сбивает. Мутация — это ошибка.
Ошибка в геноме. Понятно. Это да. Значит, что она ничего привести не может. То есть то, что нет, может привести к изменению. Ошибки бывают как бы фатальные и полезные. К чему это может привести? Вообще, к чему может привести мутация генома? К чему угодно. Ни к чему угодно. К новому белку. То есть на выходе работы генома только белки. 30 тысяч белков у человека. 25-30 тысяч. Разве это как бы все так за пределами нормы? А дальше как мы свяжем эти белки с старшими признаками? Нет никакой связи. Но они связаны фактически. Не связаны. А вот то-то и дело, что мы... Как? Сколько у нас признаков у человека? Ну как бы надо как-то классифицировать. Вот сколько там? Сотни тысяч. А генов всего лишь 25 тысяч. Да, и там даже нельзя предсказать, в какую форму. Но это пока недостаток. Нет, но я же говорю, что претензия как бы не к идее вот этой теории, а к тому, что она не имеет под собой некой формальной расчетной базы. Нет, даже, скажем так, отбор она действительно признаков... ничего не предсказывает, но почему она не предсказывает? Потому что она говорит как бы вообще. Ну вот сейчас, нет, даже... вот сейчас я хочу сказать, что я просто, ну в отличие от того, что говорят, что это ненаучное, мне вот концепция Дарвина, да, можно говорить теория, можно концепция, кажется на самом деле одним из наиболее фундаментальных знаний, вот я бы от знаний это говорил, одним из наиболее фундаментальных знаний за всю историю человечества, даже круче, мне кажется, чем там атомная наука. Только что говорили, что нет. Я этого никогда не говорил. Ненаучное? Я считаю, что это одно из самых фундаментальных знаний, оно позволяет нам на все взглянуть, что она дает. Она на самом деле говорит, ищи причину успеха, да, не думай, что это вот от чего-то, это вот естественные предпосылки к этому, ищи причину, почему данная форма, бытия, культуры, там, химическая форма соответствует оптимуму, почему она оптимальна, то есть если она продолжает существовать, мы можем говорить то плохое, да, там, ну, обычный человек, ну, это профессиональное явление, можем точно так же говорить про вещества, там, про плохих микробов, удивляться, почему злые микробы, значит, существуют в хорошем. Ищи, почему они нашли свой оптимум. Никаких нету. Вот она выбивает калий, она сразу выбивает моральные основания у всего этого. Это соответствует оптимуму, ты только можешь понять, единственное, почему это оптимально. Но это не наука. Это не наука, но это очень мощное мировоззрение. Ну, мировоззрение. И второе, она, конечно, говорит о том, что вот все... Нет, она выбивает очень много из культурологии, которая, да, говорит, ой, там, значит, вот там наша нация, ой, наше мировоззрение, значит, там вот эти корни, еще что-то. Все меняется, да, мы уже в другой совсем ситуации, и меняется мировоззрение намного быстрее, чем мы можем предсказать. И если мы будем понимать, что выживает не самый хороший и не самый умный, а просто самый приспособленный, который нашел свой путь во всем, да, вот в этом это вот... Это кто руки? Можно на это смотреть. То есть выживает самый приспособленный, а кто выжил, тот самый приспособленный. Да, но зато с другой стороны она освобождает от самого какого-то бичевания, да, такого вот укора, это всего. Нет, ну понятно, идеология, да. Но с точки зрения науки это... Нет, никакой науки в принципе даже. Я хочу сказать, что... Не, ну почему? Вот смотрите, то, каким образом вот приспособленность приспособившегося, ее можно отследить. Ее можно оценить. Если там, допустим, мы видим, что были там, не знаю, одни мышки, и у них произошла какая-то ошибка случилась, да, много разных ошибок случалось, но вот одна привела к тому, что у них появилось что-то там еще. И это что-то там еще, мы видим, как оно реально функционирует, и в этой ситуации, конкретной ситуации, их существование им помогает. Мы можем как-то это... А почему Том говорит про ошибки? Почему именно ошибки явились причиной приспособленности? Да, почему это не неоломархизм? Потому что если бы мы знали... Почему не неоломархизм? Потому что если бы мы знали геном, как бы, да, полностью весь... И нет. Если бы мы увидели, что у этих был такой, у этих... Так это вера, Антон. Это же просто ощущение веры. Вот то, что ты говоришь, нет, это вера. Нет, почему? Это вера. Если, ну, я не понимаю. Если этот геном производит какие-то белки, мы что, не можем проследить, куда эти белки потом идут? Не можем. Так нет, но это же вопрос времени. Нет. Принципиально. Я сейчас поясню тоже очень принципиальный вопрос. Но. Что отбирается отбором? Признаки фенотипические. Фенотипические признаки. То есть вот что-то, вот какое-то пятно, что-то там увеличилось, что-то уменьшилось. Отбирается. Но при этом мы говорим про то, что при этом мы говорим, что закрепляется нечто в геноме. Ну, связь генома с фенотипом. Но это вопрос слабости как бы теории. Нет, не слабости, не вообще причастности. Вы считаете, что его нет вообще в мире?
Но это как бы это очень сильное утверждение, не менее метафизическое. А вот, более... вот показывает что опыт, что нет. Направленное движение. Вот геном, направленное, не случайное, а направленное. Не изменился за лето. Геном не изменился за лето. Получили совершенно принципиально другие особи, питающиеся другой травкой. Вот, и размножающийся совершенно по-другому. Ну хорошо, а разве, значит, это, связи между разве блокираторы вот эти, Игорь, когда они включаются или выключаются, разве это не изменение? Почему это не считать изменением? Включение и выключение... Нет, Игорь, что это отход гипотезы? Нет, вот есть геном, есть фенотип, и между ними однозначной связи нет. При одном и том же геноме будет, может разный генотип, фенотип, и при одном и том же фенотипе может разный геном. Но это как бы это вот не так. Так. Точно так. Но... Определенные фенотипические признаки однозначно связаны с геномом. Да ну что, господи. Однозначно. Цвет глаз. Некоторые единицы. Единицы признаки. А, вот, я тебе сразу сейчас скажу, дельфины и акулы, ну характернейшие, да, фенотипических признаков до черта, а генотипических никаких. Нет, здесь спорить нечего, что нет однозначной связи. Однозначно есть. Я не могу утверждать, что 100%. Нет. Вы говорите не о том, что... Вы в целом говорите, нет. А то, что один признак, что какой-то может быть, да. Но ведь дельфин — это млекопитающее, а это... Получение, мы убираем его. Да, получение. И тем не менее они очень близки, да? Не просто, ну, это, близки, а просто вот те примеры, которые показаны, получается, что есть какое-то направленное, какое-то разумное, как будто бы, да, там изменение. А в каких годах? Да. Есть более красивый пример. Не то, что сам это изменение. По фенотипическому, вот, например, вот есть известный. В каком году был тлями опыт? 58-60. Тогда могли извлекать геном? Нет, это же геном. Ну тогда на основании чего это сделал? Кто посмотрел, что там происходит? От одной самки все делали. Делали от одной самки. Где посмотрели, что там не поменялось? Делали все от одной самки. Где посмотрели, что там... Как у самки может поменяться геном? Где там есть эксперимент, который выделил бы геном у начального вида и геном у конечного, и сравнил. Этого нет. Значит, сравнили только результат. По поводу генетики и фенотипических признаков. Есть помимо акул и дельфинов, другой пример, более красивый. Например, все знают сокола Сапсана, да, всех Сапсанов. Всегда их относили к ястребинам. Взяли генетический анализ, выяснилось, что они к ястребам, то есть хищным птицам, не имеют никакого отношения. Вороны? Нет. Кто бы они были? Воробьи? Нет. Какая разница, как это называют? Ястребины, вороны, какая разница? Нет, они оказались попугаями. А, во, попугаи, да, правильно. Они оказались попугаями. А вот, например, это раньше уже догадывались, есть понятие американские грифы. Все понимают, что они сильно отличаются от евразийских грифов. Начали выяснять, кто они такие, тоже, кто они, как вы думали, оказались. Попугай. Боюсь же предположить. Попугай. Нет, они оказались аистами. А я думал, не сапсанами наказались. Давайте я вам расскажу еще один факт, который вполне очевиден в истории эволюции, эволюционный факт, который принципиально не может объяснить синтетическая теория эволюции. Это ускорение эволюции. Что нам говорит синтетическая теория эволюции? Должны быть изменения генома, мутации какие-то, размножение. Чем больше размножения, тем лучше, и отбор. Значит, если размножение сокращается, то скорость эволюции должна сокращаться. Падать. Что мы наблюдаем? Максимальная эволюция у слонов, которые размножаются раз там в сколько... Это где говорится? Максимальная скорость эволюции, если взять, посмотреть, когда появились слоны... Я просто читал статью с Scientific American, и они говорили, что самая высокая скорость эволюции у человека. Нет. Естественно, я не беру человека, я говорю до биологический мир. Угу. То есть максимальная скорость эволюции у самых последних высших млекопитающих, которые размножаются гораздо меньше, медленнее, вынашивают потомство как можно дольше, то есть и по идее, при том же самом размере генома, и при той же самой скорости мутации, частоте мутации.
То есть они должны были эволюционировать очень-очень медленно. Самые быстрые должны были эволюционировать самые простейшие, которые размножаются максимально. И современная синтетическая теория эволюции не может объяснить феномен ускорения эволюции у высших млекопитающих. Ускорение феномена просто есть тоже приспособительный момент. Раз они это плодятся мало, значит им нужно скорее эволюционировать. Мало изменится. Да. Но они не могут это делать дарвинским способом. Ты не можешь объяснить это теорией вероятности, понимаешь? Да. Вот этой мутациям, да? Вам нужно ускоряться быстрее, потому что у вас мало шансов. Они гуманизируют, потому что там же, кроме эволюции себе. Просто вот мутации есть комплексы. Конечно, Дарвин этого нет. Он жил давно. Синтетическая теория эволюции этого тоже нет. Есть современные какие-то направления эпигенетические, которые действительно начинают как-то учитывать. Вот я был на замечательной, сейчас я тоже опять, как сказать, вот был на замечательной лекции, был у нас конгресс по молекулярной биологии 2 года назад, вот Володя мне там подсказал, тоже он заходил. Там человек выступал как раз по скорости эволюции. И он вот говорил, как вообще, вот почему-то он говорит, все думают, что да, вот мутации, значит, вот это вот меняется, меняются виды. Нет, говорит, не так. Есть устоявшиеся блоки функциональные, и они, говорит, устоялись уже давно. А и скорость нарастает, потому что меняется подключение, ну, как бы вот по эти блоки, участие этих блоков, и если меняется, то не все, а целый блок выкидывается и включается другой блок. Он там на примере растений говорил, там блоки функциональные. Но скорость эволюции из-за этого нарастает, потому что блоки уже устоялись. Они, если и меняются, то чуть-чуть влияет, а меняется прямо вот это. И он говорил, да, в геноме вот эти блоки есть. Меняется подключение, они переключаются. Ну, поэтому мы видим скорость намного больше. Генетические сети, понятно. Да. Вот. Но это уже как бы некие наращивания над синтетической теорией эволюции, а они чисто видео. Ну, потому что, говорю еще раз, просто вульгаризируют, да, и начинают бросать это в лицо. Вот. А люди, которые копаются, они просто говорят, ну да, вот ну, люди вот Дарвин и последователи ближайшие, они так видели, вот сейчас мы видим другие механизмы. Вот есть еще один пример интересный, наглядный, подтверждающий ламаркизм. Вот. Зачем у млекопитающих и нас с вами, не все у нас с вами, ну, в смысле, мужские, мужского пола, синяки вынесли наружу. Что казалось бы. Чтобы жарко не было. А у женщин почему? Внутри. Не замерзнуть. Вот ответы. То есть, казалось бы, если нужно сохранить, то нужно спрятать. И при том-то еще сперматозоиды, они активируются тогда, когда они наружу выплескивают. То есть, значит, есть некое влияние среды. То есть устроено так, вот так, чтобы женщина, которая консервативна, несколько яйцеклеток, мало яйцеклеток, которые еще зародились у бабушки, а не ее, и хранятся очень-очень, закупорены там сильно-сильно, а у мужского пола наружу, и так, чтобы максимально воспринималось температуру, давление, все, то есть именно влияние среды. Значит, если это не для того, чтобы менялось что-то в самих сперматозоидах, некий генотип, чтобы не влияло на то зачем это нужно? Значит, есть некое приспособление, чтобы воспринять влияние среды и передать это наследству. Здесь же, не через поколение, а тут же, вот, непосредственно. То есть это зонды среды такие? Это зонды среды, да. А скоплять проще было. Это зонды среды. Среда, в смысле? Я скопляю.